После 10-летней обкатки по миру спектакль Романа Виктюка «Нездешний сад» наконец попал на торонтовские подмостки, хотя мэтр на сей раз не прибыл, задержался в Нью-Йорке. Но мы и без мэтра на пару часов проникли в тот сад, который всех нас ждет, но не всех туда пускает. Весна! В Париже я задыхаюсь от этой красоты. Руди, а ты бы хотел остаться? Летное поле аэропорта Ле Бурже, крылья самолетов, как крылья Ротбарта. Руди, а ты бы хотел остаться? Волнует меня сейчас другое. Что ждет в Лондоне? Королевский балет. Это не шутка. Руди? Получена телеграмма из Москвы. Завтра ты должен танцевать в Кремле на концерте, где будет Хрущев. Мы сейчас улетаем, а твой самолет через 2 часа догонишь нас через пару дней в Риоте! После драматического финала из света тени своего героя Рудольфа Нуриева к нашему микрофону легко слетел со сцены, будто и не кружил 2 часа в вихре одержимости танцем, прим-труппы, многогранный, мультиталантливый Дмитрий Бозин и с невероятной легкостью угостил интервью, закончив своим стихотворением на тему спектакля. Этот актер владеет всеми гранями актерского мастерства, пишет стихи, читает ноты, рисует, и я боюсь продолжать. Вы отыграли сегодня, ну, совершенно безумный спектакль. И я даже уже больше вас не воспринимаю как Дмитрия Бозина. Я воспринимаю вас как Рудольфа Нуриева, потому что вы соединились с ним сегодня здесь на сцене. Вот представляете себе, 55 лет его жизни вместо 3, о которых он мечтал. Как стремнина вашей жизни актерской складывается? В общем говоря, очень интенсивная стремнина, мне кажется. Да нет, на самом деле я сам-то существую очень тихо и аккуратно, живу в своем батискафе. По большому-то счету это жизнь капитана Немо, и мне она сейчас на данном этапе очень дорога. То есть это некий наутилус, который, ну, когда как, иной раз это наутилус, иной раз летучий голландец. Я вот по-разному, летучий голландец, да, я по-разному больше, называю, да, эти суда, но просто в зависимости от того, куда сегодня. Если на глубину, значит наутилус. Если я выхожу на сцену, значит летучий голландец вышел из-под воды и полетел на парусах на всех. С потрясающей командой, с невероятной командой блистательных актеров, с которыми мне счастливится играть. Это огромная, огромная удача. С нашим Кракеном, который, Кракен, да, да, который, конечно, восхитительно владеет органом. И это очень интересно. Знаете, в чешуе как жар горя, 33 богатыря, с ними дядька Черномор. Славная история, славная, и мне дорога она, близка, и интересно, это длится уже 18 порядка лет. Да, да, да. 18 театральных сезонов, да, вы блещете здесь, и вы же прима, и вы же прим, и вы сегодня, вот вы знаете, я вам должна сказать такую вещь, для артиста балета самое главное не ноги, а руки.
И такое ощущение, что ваши руки поставил великий Александр Пушкин. Вот великий педагог Нуриева. Потому что эти говорящие руки, вы могли бы даже не говорить словами. Они делают все. Величайшее искусство балетных. У вас балетно-дирижерские руки. Вот, то есть совершенно как сладко звучит. Я благодарен и американским, и канадским зрителям за глубочайший диалог. Поверьте, я 10 лет играю этот спектакль. Я знаю, что такое, когда тебя в зал понимает. Когда зал тебя слышит, когда зал тобой дышит. Вы знаете, вот этот круг, это как будто бы балетная вселенная. Да. Вот это просто балетная вселенная, и вы в ней просто ходили, как какой-то метеорит когда-то, как звезда или что-то. Вы знаете, люди вас знают, конечно, как драматического актера достаточно хорошо. И я абсолютно уверена, что они вас знают как замечательнейшего чтеца, вашу черепаху. И, конечно же, заслушаешься, потому что у вас совершенно особенная манера чтения ритмически музыкального. Но люди почти никто не знают о том, что вы сами пишете стихи. И ваши стихи совершенно необыкновенные. И то, как вы читаете их, совершенно необыкновенно. Я попрошу вас, если можете, хотя бы несколько строчек из любого вашего стихотворения. Это будет внезапно. Если в тему сегодняшнего спектакля... Череп мой черепаховый, в нем пахучие чахнут масла, мысли, крепкие крылья, размах аховый. Я зарыл до поры, чтобы крысы не сгрызли. Не беру я игру, не приемлю игры, четвереньками пру от горы до горы. Прорасти бы корнями и шкуру в кору, чтобы просто костями скрипеть, петь на ветру. Но я пру. Я тропы тру.